Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня у нас распаковка первого заказа по 15-му каталогу компании Oriflame. Мой скромный заказ всего на 150 баллов. В заказ мне сразу вложили 10 каталогов номер 16. Отличный каталог. Кстати, обзор уже есть на моем канале. И сюрприз, то что мне уже вложили каталог номер 17. Это было очень приятно. На самом деле, мне кажется, это здорово, что мы можем заранее посмотреть новые каталоги. Я его еще не листала, полистаю после того, как мы отснимем ролик. И в заказе у меня третий шаг — питательный коктейль для контроля веса. Я заказывала первый раз, у меня был шоколадный, потом ванильный и шоколадный снова. Все-таки шоколадный победил, мне он больше нравится по вкусу. Какой у меня результат с этим коктейлем? Цели постройнеть у меня не было. У меня единственная проблема — это живот. Я не знаю, почему при таком скромном весе у меня начинает расти живот. Я понимаю, что я много сижу, много провожу времени за компьютером, люблю вкусняшки. Кстати, с этим коктейлем у меня живот ушел моментально, буквально уже на 7-8 день он у меня стал такой ровный, плоский. И что мне очень понравилось, когда я выпивала этот коктейль, то примерно 5-6 часов я вообще не хотела какой-нибудь вкусняшки. Хотела сказать бяки, ну то что вкусно, оно далеко не всегда полезное. Вот обычно хочется какую-нибудь печенюшку, там что-то схватить и так далее, а после этого коктейля не хочется ничего такого. Единственное — водичка, может быть морковку погрызть, яблочко, но вот не полезного уже не хочется. Мне очень понравилось. У нас в команде многие уже поставили себе цель по снижению веса с этим коктейлем. Результаты есть за 2-3 недели, от 1,5 кг до 5. Представляете, у всех разные результаты. Конечно, все зависит от человека. Во-первых, как у него идут обменные процессы, и порой коктейль помогает очень быстро все отстроить. Во-вторых, какие нагрузки добавили. Если вообще ничего, то результат будет один. А если добавили физические нагрузки, стали ходить 10 тысяч шагов каждый день и больше воды, да, с питьевой режим соблюдаете, то конечно результат будет немножечко другой. И второй продукт тоже из категории wellness. Ура! Появились витамины. У меня их там уже несколько пачек накопилось. Я сейчас взяла пока что одну пачку, потом я выкуплю остальные, потому что без витаминов своей жизни уже мы не представляем. Пока мужских нет, но они скоро у нас появятся тоже на складе. Мы пьем женские с дочкой, а у Миши отдельные витамины. Мы собрали омегу, астаксантин и мультивитамины и минералы еще успели заказать, когда они были на складе. Так вот, wellness помогает нам поддерживать иммунитет, как я говорю, красота изнутри благодаря этим витаминам, отличное самочувствие. Очень рекомендую сначала, прежде чем покупать, заказывать, почитайте информацию, чтобы вот понять, насколько это крутой продукт, чтобы у вас был не просто как, ну все пьют и я буду пить, а чтобы вы поняли, какие классные у вас могут быть результаты по здоровью и по внешности. У меня, например, помимо иммунитета еще классно вот разгладилась кожа, то есть она вся стала более мягкая, ушла сухость, на лице разгладилась. А это же здорово, когда мы можем просто пить витамины для здоровья, так еще и получать бонусом красивую внешность. Волосы, ногти, его общее самочувствие очень классное. В заказе у меня, как я говорила, я готовлюсь к Новому году, и я заказала из вставки в каталог два набора. В эти наборы, как вы видите, красивая коробочка, входят три крема для рук. Они все с разными ароматами и разные по цвету: зеленый с жасмином, розовый с ароматом пиона и сиреневый, даже фиолетовый, мой любимый, с ароматом сирени. Очень вкусные ароматы, они такие вот максимально приближены к натуральным. И когда я мажу руки вот таким кремом, у меня такое
чувство, что рядом стоит букет сирени. Очень вкусно пахнут, поэтому они по дизайну такие нарядные, и 30 миллилитров объем, удобно носить с собой в сумочку. То есть в путешествие я брала с собой, вот мы недавно в Питер ездили, такой крем, он очень здорово мне помог, кстати, и можно мазать не только руки, но и все тело, и поэтому я брала с собой один крем и заодно мазала им тоже ноги, руки, ноги и там, где сохло. И это отличный подарок, почему-то у меня не закрывается до конца. А, поняла, поставила тюбик неправильно. Вот. Мне кажется, это шикарный подарок. Согласитесь, если вы хотите сделать какой-то комплимент, чтобы это было не очень дорого, но и не совсем вот какую-то ерунду, которую человек поставит на полке пылиться. На мой взгляд, этот подарок будет очень актуален, потому что руки мажут все. И когда это так все необычно оформлено и разнообразие, мне кажется, это вот здорово. Поэтому обратите внимание на этот продукт. Я себе заказала лак. Помните, я говорила, что больше лаков заказывать не буду? Я не выдержала. Мне так нравится этот оттенок. Код 38990. Они сейчас идут по акции на последней страничке каталога. Очень много оттенков. Вот мне половину из них я бы хотела себе в коллекцию, но так как у меня лаков слишком много, я решила, что вот этот мне просто необходим, потому что я зимой очень люблю этот оттенок. Он такой элегантный, не кричащий, ничего лишнего, потому что летом хочется чего-то более такого зеленого, оранжевого, желтого, то зимой я люблю вот такие мягкие, спокойные оттенки. У меня уже был такой цвет, поэтому я его знаю и вам тоже рекомендую его рассмотреть. Так, заказали под заказ у меня блеск для губ. Это уже третий блеск берет одна и та же девочка, потому что он ей очень-очень нравится. Он действительно классный. Коды все будут под этим видео, потому что не всегда можно рассмотреть. 42140 код этого блеска, их всего 5. Они очень приятные на губах, они по качеству классные, они так искрятся деликатно, что вот просто от губ невозможно глаз оторвать, насколько это красиво. Так, я заказала набор ароматов. Новые ароматы у нас выйдут скоро в следующем каталоге, мужской, женский, парный. У них такой дизайн шикарный, я вам даже покажу сейчас этот дизайн чуть попозже. Так, заказала, как хотела, себе крем для ног с ароматом черешни и миндаля. Как он вкусно пахнет! У меня уже был обзор на канале, смотрите, он такой густой, классный крем, прям сегодня начну мазать ноги. Обожаю наши крема для ног, вот такие вот с ароматами. Единственное, они вот по консистенции обычно, этот я, конечно, на ноги не пробовала еще, но вот предыдущие аналогичные, они у нас, по-моему, каждый год к Новому году появляются, у них есть какое-то свойство, что вот то ли как до конца не впитываются, то есть утром я встаю и я их чувствую на ногах, мне это не доставляет никакого дискомфорта. Но, кстати, вот этот прям впитался хорошо, попробую на ноги, потом если вспомню, расскажу где-нибудь, может быть, во вторник на прямом эфире, зададите вопрос, я вам отвечу по новинке. Но пахнет вкусно, мне даже Миша сказал, слушай, какой классный аромат. Я говорю, ну все, теперь будем мазаться вместе. Я заказала набор себе для тела, по-моему, клюквенное наслаждение оно называется, крем для лица и тела универсальный и крем для душа. Крем для душа я уже пробовала, мне его прислали на обзор, он очень классный, он увлажняет кожу. Если у вас кожа сухая, то конечно вам нужно брать не гели, а именно крема для душа. Они также пенятся, они также шикарно отмывают, но они содержат сразу питательные компоненты, которые уже на этапе купания кожу увлажняют. И конечно же крем, я очень, вообще мне кажется, я никогда не пропускаю новые крема для тела, я их обожаю. О, какой у него красивый цвет, посмотрите, вау. Но давайте пробовать, куда я еще не мазала, вот сюда намажу. Он не жидкий, то есть не как лосьон, густой, хороший крем, легкий,
прям впитывается, легко-легко распределяется. То есть он не такой, как масло, да, бустер спа, который там не свезешь его лучше на влажную кожу, и не слишком жидкий, как лосьон. То есть хороший крем, который хорошо распределяется, легкий-легкий аромат, он не будет перебивать ароматов парфюма вашего. То есть прям такой невесомый и приятный аромат, очень приятный. Поэтому рекомендую в наборе брать выгоднее. Вот весь набор выходит 299 рублей, а если брать по отдельности, посмотрите в каталоге, там ну просто чуть ли не в два раза дороже получается цена. И это еще не все. Со скидкой 50% я заказала расческу, наконец-то. Я не знаю, как так получилось, но в прошлом каталоге я ее заказывала первый раз, потом я что-то переиграла с заказом. Потом я ее заказала, я думала, что я ее заказала во второй заказ, а ее не оказалось. То есть я как-то ее то ли пропустила, то ли что там я сделала не так. И теперь я ее взяла со скидкой 50%. Она просто волшебная. Смотрите, она так классно лежит в руке. У нас тоже есть уже расческа для распутывания, но если вы помните, она без ручки. И я обычно всегда волосы смазываю маслом, потом сывороткой для кончиков. И у меня вот руки обычно скользкие немножко. И расческа у меня вылетала. А здесь такая форма, что она не вылетает. И мне понравилось то, что здесь как зеркало. Представляете, как это удобно, то что можно даже на себя глянуть так: ой, я с пучком, я забыла распустить волосы, ну да ладно. А так вот, ну, она классно расчесывает. Я ее пробовала, когда мы брали на тест-драйв из бизнес-центра новинки. Она круто распутывает волосы, хотя она вот такая малышка, она уникальная. Вот теперь у меня моя расческа. Обожаю, обожаю такие аксессуары классные, тем более что она очень симпатична. И как официальному обозревателю на обзор мне прислали три продукта. Первый продукт — это вот такой пакетик подарочный, он будет у нас в следующем каталоге за 199 рублей. И вы знаете, вот я никогда не обсуждаю цену упаковки, потому что на мой взгляд порой подарок может быть и не такой, да, вот прям вау-вау, но когда мы получаем красиво упакованный подарок, то он воспринимается, смотрите, как он классно выстраивает, он воспринимается в 100 раз круче, чем лучший подарок, но не упакованный. Согласитесь, что мы очень любим, а как крышечку сделать? А вот смотрите, потом мы вот так опускаем. Как-то надо разобраться. Так, тут бантик будет сверху. Сложили и аккуратно надо опустить. Вот, вот, смотрите. Как-то не совсем понимаю чуть-чуть. Вместе будем разбираться потихоньку. Ой. Все, я не знаю, вот так надо чуть-чуть опустить, и вот здесь вот должно быть все ровненько, а у меня почему-то не получилось. Мы попозже посмотрим с Мишей, я просто боюсь ее сломать, помять, и будет отдельный обзор с этой коробочкой. Просто посмотрим, что в нее можно положить. Например, крем для душа уже не помещается по высоте, а крем для ног отлично. То есть чуть-чуть вот этот высоковатый продукт, то есть мы можем положить крем для тела, крем для ног. Вот, теперь все встало на свои места, просто там нужно было придавить донышко. И мы вот так вот закрыли, завязываем красивый бантик. Вот теперь классно, какая красота. Поэтому подарочные коробочки можно смело заказывать и баловать своих близких вот такой красотой. Ну согласитесь, здорово. Мне кажется, все хорошо. Чуть-чуть потуже завязать, и все будет отлично. Все. И мне прислали на обзор новую тушь серии Giordani Gold. Giordani так много новинок все время появляется. Вау! Или эта тушь уже была? По крайней мере, крышечка мне знакома. Мне кажется, это будет какая-то новинка. Попробуем. Мне, кстати,
Очень часто туши Джордани не подходят, и это будет проверка для туши, подойдет она для моих ресниц или нет. И еще один продукт, я думаю, что вы уже догадались, что это новый аромат, тот, который мы видели сейчас в пробниках. Я хочу его открыть и показать вам. Так, мы его вместе посмотрим, что из себя представляет. Как красиво! Ой, это прямо дерево. Флакон просто спрятан в деревянный футляр. Посмотрите, как это оригинально. Когда я тестировала аромат из пробника, мне показалось, что он очень похож на аромат Lost in You. Где у меня нет аромата, сейчас будем пробовать. О, какой хороший распылитель. Флакон немножечко тут шевелится, то есть он не плотно закреплен. Вот у него первые ноты, они такие звонкие, как будто цитрусовые, а потом он становится таким мягким и пудровым. Здесь написаны у нас ноты, да, ярко-цитрусовые ноты с пряным розовым перцем. Это, кстати, мой любимый компонент в ароматах. Мне кажется, он будет очень популярный, потому что здесь и герань, и зеленое яблоко. Так, это я мужское читаю, а женский, да, розовый грейпфрукт, ну тоже цитрус, ревень, шипучий розовый перец, сердце, букет из туберозы, фрезии, лаванды, фиалкового корня, темные сливочные ноты бобов тонко, вот они как раз эту пудровость придают, сандаловое дерево, амбра оставляет элегантный шлейф. Ну вот из пробника он, кстати, другой был аромат по ощущениям. Очень вкусный, очень вкусный, и он должен быть очень стойкий. И я его потестирую несколько дней и потом уже запишу видеообзор или напишу в Instagram свой отзыв. Вот и все, такой маленький заказ, 150 баллов, ну конечно, дорогой коктейль и витамины, и себя побаловала, и с клиентами еще не работала, поэтому заказы будут, это все только начинается. Я вас благодарю за внимание, если это видео вам понравилось и полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до новых скорых встреч. С вами была Лилия Донскова, пока-пока.